настоящее время занимается у Владимира Кириллина. Вячеслав Ефремов – серебряный призер международного турнира Дмитрия Коркина. На ковре «Ц» борец в красном трико Аббас Абдуллаев, Московская область. Спортсмену 21 год, в борьбой занимается 7 лет. Тренируется под руководством Ислама Калаева. В синем трико Эдвард Кадалаев, Московская область. Спортсмену 21 год, мастер спорта. Борьбой занимается 10 лет. Тренеры Рамонов Исаков. Эдвард Кадалаев, серебряный призер первенства Европы среди юниоров. Уважаемые болельщики, участники, как нам сообщили из секретариата, утренняя программа ориентировочно закончится в 2 часа дня. Затем перерыв до 18 часов, до 6 часов вечера. И вечером в 6 часов финалы. На ковре «Б» в красном трико Александр Зеленков, представляющий команду Красноярского края, мастер спорта, 25 лет. Академия борьбы имени Дмитрия Мендяшвили. 15 лет в борьбе тренер Александра Донзаленко. Александр Зеленков, бронзовый призер международного турнира Golden Grand Prix Иван Ерыгин. На ковре «Ц» победил Эдвард Кадалаев, Московская область. Борется Шамиль Абдурахманов, Сахалинская область, мастер спорта, 26 лет, тренеры Нур Магомедов, Александр Валуев. На ковер «Ц» приглашаются Мухамагази Магомедов, Виталий Валуев. На ковре «А» победил Вячеслав Ефремов, Республика Саха. Приглашаются Виктор Рассадин, Республика Саха, параллельный зачет «Крым», Даша Шарастепанов, Бурятия. Thank you.
Борец! Стоп! Борец! Встань на ковер! На ковер встань! На коврице в красном трико Мухамагази Магомедов, Красноярский край. Борьбой занимается 10 лет, бронзовый призер чемпионата России 2013 года. В синем трико Виталий Галоев, Северная Осетия, Алания, мастер спорта. Борьбой занимается 10 лет. Бронзовый призер чемпионата Европы до 23 лет, неоднократный призер первенств России. На ковре борьбу ведут борец в красном трико Виктор Рассадин, Республика Саха, параллельный зачет Крым. Виктору 22 года, мастер спорта международного класса, студент Северо-Восточного федерального университета. Борьбой занимается 10 лет. Тренер Иван Дмитриев. Виктор Рассадин, победитель международного турнира Коркина. Его соперник, борец в синем трико, Даша Шарастепанов, Бурятия. Ему 23 года, мастер спорта России. Борьбой занимается 10 лет. Тренер Юрий Сандаков. Даша Шарастепанов, серебряный призер международного турнира Дмитрия Коркина, серебряный призер международного турнира на призы главы Бурятии, бронзовый призер международного турнира Монгол Опен.
На ковре С победу одержал Мухамагази Магомедов, Красноярский край. На ковер С приглашаются Балдан Цежипов, Бурятия, Заур Казонов, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра.